Всем привет! Значит, по супер многочисленным просьбам записываю это видео, и оно для тех, кто заказывает амуницию, то есть как правильно пользоваться клобучком. Потому что часто заказывают клобуки, и мне в телефонном режиме приходится каждый раз по 10 минут проводить инструкции, как он работает. Итак, он к вам приезжает вот в таком собранном состоянии. Значит, у него есть такой механизм, значит, две веревочки, на которых есть узелки. То есть, когда вы их тянете, он раскрывается. Вот в таком состоянии вы одеваете его на птицу. И два других шнурочка, на которых нет узелка, вы стягиваете. Значит, в принципе, все. Сейчас покажу, как одевать на птицу. Итак, пример буду показывать на самке ястреба тетеревятника. Значит, она у нас только начала есть буквально вчера самостоятельно, до этого не хотела есть. Клобук никогда она еще в своей жизни не видела. Итак, я правша, поэтому птица у меня сидит на левой руке. Там камера реверс, короче, у меня это сейчас левая рука. Значит, я правша. Значит, как я раскрываю клобучок? Я беру узелок в рот, раскрываю плавным движением, то есть птица не любит резких движений. Аккуратненько надел, беру шнурок без узелка, другой конец беру зубы и затягиваю. Видите, да? Птица никогда не сидела в клобуке, то есть вот это такая нормальная реакция. Так же самое снимается. То есть берем узелок, зажимаем зубы. Все, видите? Птичка проснулась. Я, кстати, только начал ее сегодня вынашивать на перчатке, потому что до этого как бы с ней вообще не занимался, потому что ну, рано было еще с ней заниматься и нужно было начать есть. Так, еще раз показываю. Клобук одеваем. Вот, вот этим пальчиком вот заводите клобук и этим пальчиком как бы затылок подталкиваете. О, видите, на этот раз уже лучше, уже как бы уже стоит, не ложится. Давай, птица, не спи. В общем, такая вот ситуация. Как бы ничего сложного военного. Пару раз потренируйтесь, и у вас все получится. Такой вот, кстати, вот модель клобучка Бэтмен. Птица вам привет передает. Кому надо, заказывайте. Перчаточки, клобучки, опутунки. Короче, все делаем, все высылаем. Так, ну ладно. В принципе, как бы ничего военного. 10 минут потренируйтесь, у вас все получится. Значит, как бы на этом все. Пишите, звоните. Всем пока. Всем 100 тысяч подписчиков.